Гаджимурад Гаджимурадов является членом партии «Единая Россия» и с энтузиазмом поддержал партийный проект «Старший брат», который направлен на привлечение в спортивные секции детей из неблагополучных семей, трудных подростков и ребят, которые имеют сложности с социализацией. По его мнению, особенно это актуально в летнее время. Родители, как ни крути, должны работать, а детей в школе, школы нету, поэтому они сами себе предоставлены. Поэтому и в большей степени эта тренировка востребована, и занятия такие. Чем больше внимания детям уделено, тем лучше. Благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа в клубе «Орленок» совершенно бесплатно занимаются более 200 детей, а с учетом филиалов клуб объединяет более 500 мальчишек и девчонок. В этот раз при поддержке депутатов фракции, членов и сторонников партии «Единая Россия» организовали тренировку по дзюдо на стадионе «Металлург». Ребятам это по душе. А тренировки на воздухе очень нравятся тем, что летом, особенно когда очень жарко, на воздухе при холодном ветерке очень хорошо заниматься. Дышишь воздухом и занимаешься спортом. Проект «Единой России. Старший брат» поначалу был запущен в подмосковном Жуковском, но вскоре было принято решение распространить этот опыт на все муниципалитеты Подмосковья. В спортивном клубе «Орленок», который базируется в городе Видное, занимаются разные ребята, но их тренер Гаджимурад Гаджимурадов прилагает все силы, чтобы они по-настоящему увлеклись спортом. У нас проходят тренировки не только по дзюдо. Мы и проводим занятия по футболу, и по волейболу, и легкоатлетические занятия, кросс бегаем по парку Опаренки. Следующая тренировка на свежем воздухе пройдет уже через неделю. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.